Алроса показала самый дорогой бриллиант, когда-либо ограненный в России. Он входит в коллекцию под названием «Династия», состоящую из 5 бриллиантов, созданную из одного алмаза весом 179 карат. Уникальный кристалл, получивший имя Романовы, добыли в 2015 году на трубке Нюрбинская. Все камни коллекции изготовили мастера «Бриллианты Алроса» гранильного подразделения компании. Главный бриллиант коллекции – самого высокого качества огранки, традиционной круглой формы с 57 гранями весом около 52 карат. По качественным характеристикам он не имеет аналогов в истории России. Это самый чистый и дорогой бриллиант, когда-либо ограненный в нашей стране. По оценкам экспертов, его стоимость не менее 10 миллионов долларов. Аукцион по продаже всей коллекции запланирован на ноябрь этого года. В ближайшем информационном выпуске мы расскажем подробнее о московской выставке, где и прошла презентация уникального бриллианта.